Здравствуйте! Сегодня у нас мастер-класс по глиняной игрушке. И с вами мастер Полубенская Татьяна Валентиновна. Лепить мы с вами сегодня будем панно глиняного котика. Вот такого вот кота. Ну, варианты могут быть самые разные. Для этого, значит, чтобы вот слепить такого котика или какого-то другого, можно нарисовать любой рисунок. Вырезать его на бумажке, как аппликацию. И потом уже делать различного. Ну, в общем, для этого нам нужна выкройка. Ну, вот конкретно для этого котика вот такую вот выкройку я вырезала. Вот. Нам нужна глина. Палочка, чтобы раскатывать эту глину. Стек. Картонка вот такая, чтобы потом переместить. Вот. Зубочистка, чтобы вырезать. Ну и тряпочка. Тряпочка нужна трикотажная. Такая, чтобы вот глина на ней хорошо растягивалась. Ну, начинаем. Берем комочек глины. Делаем из него лепешечку небольшую. Кладем на нашу тряпочку. Раскатываем. Кладем нашу выкройку, берем зубочистку. Зубочисткой по контуру прорезаем глину до тряпочки. Убираем выкройку, вытаскиваем нашего котика. Перекладываем его на картоночку. Вот наш котик. Немножечко обминаем краешки. Стекой делаем два отверстия для глаз, для носика. Берем комочек глины для носика, шарик. У шарика делаем кончик и кончик вставляем в наше место для носа. Берем два шарика поменьше, также делаем кончики и как конструктор вставляем там, где у нас глазки. Палочкой делаем зрачки, носик, ротик. Ну, получился такой котик. Сначала лепим то, что котик у нас будет держать. Он может держать бочонок, булочку, сосиску, ведро, что угодно. Ну, мы возьмем, например, сделаем, пусть он у нас держит пирожок. Все у нас стоит из шариков и колбасок. Чтобы сделать пирожок, катаем шарик. У шарика делаем два небольших кончика. Вот и весь пирожок. Прикладываем к туловищу. Теперь наши лапки, это тоже колбаски. Вот одна колбаска. Одна лапка прилепили. Вторая лапка. Котик держит пирожок. И еще две колбаски нижние ноги. Раз. Два. Ну вот, наш кот готов. Осталось ему только вот пометить, где у него ушки. Усики. На пирожочке у нас такие вот насечки, ноготочки.
такой сделаем ему, как будто шерстка на нем. В ушках делаем две дырочки, для того, чтобы потом мы могли вставить веревочку и подвесить нашего кота на стенку. Вот у нас получился вот такой котик. Котика можно сделать разным, по разным выкройкам. Можно сделать, чтобы кот шел там с хвостом, или толстенького котика вот такого вот. Варианты могут самые разные быть. Приемы лепки очень простые, с этим могут справиться все школьники. Ну, а дети более младшие, им родители как бы помогут. Спасибо за просмотр. Творческих вам успехов!